Если кто-то помнит, мы сюда приезжали 22 марта, мы выступали здесь, тур заканчивался именно в этом городе. И в этот раз мы для вас сыграем некоторые песни, которые давно здесь уже не звучали, и мы сыграем для вас один сюрприз. Поэтому только с помощью вашей поддержки. Спасибо! Итак, первая песня будет «Parallel World» в честь Дня космонавтики. Кстати, с праздником, друзья! Хоть и прошедшим, но праздником. We'll be right back.
Спасибо, Санкт-Петербург. Я почти задаю вопрос на каждом концерте. Здесь, наверное, есть, да, те люди, которые были, может быть, год назад, две недели назад на нашем концерте. Есть эти люди? Два человека, но это уже четыре. Замечательно. Мы, пожалуй, сейчас играем песню, которой уже очень давно не играли, поэтому будем очень рады для вас ее исполнить. «Свободный полет», так что ближе подходите. Спасибо. А мы тем временем продолжаем тематику космонавтики. И для вас мы исполним песню «Красная Москва». Ну, как уже у нас в правило вошло, в Санкт-Петербурге мы называем ее «Синий Петербург». Поэтому погружаемся вместе с нами. Благодарю вашу поддержку. Итак, «Красная Москва».
Спасибо. Спасибо. Я думаю, каждый из вас когда-то хотел побывать в космосе или мечтал даже стать космонавтом, но возможно, из-за наших финансов проблем вы этого не можете позволить или чувствовать по физическому здоровью, поэтому мы вам предлагаем чисто полевитировать под песню Birds of the Ocean.
Если кто не знает, мы все время, когда исполняем эту песню, мы садимся на пол и погружаемся в себя, поэтому я думаю, вы за этим и пришли. Так что мы вместе с вами сядем. Итак, Birds Over the Ocean. Спасибо. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Мы с вами вместе погрузились в невесомость. Это было здорово. Ну а теперь мы, пожалуй, перейдем к атмосфере, но более тяжелой. Сейчас будет песня «I'm Lost Inside». Вообще, кто не в курсе про наши треки? Ну, если не в курсе, тогда сейчас поймете. Он на диете. Thank you.
Пицца! Спасибо, Санкт-Петербург. Вы классные. Интересно, есть те, кто ждут второй альбом? Да, если что, мы, кстати, первые у нас есть, но есть те, кто ждут, да. И поэтому сейчас следующая песня будет из нового материала, который будет неизвестно когда, но он будет, мы вам обещаем. И называется он символично «Waiting», поэтому будем ждать его вместе с вами здесь и сейчас. Спасибо. Thank you.
Как вам новая песня? Лучше без меня, да? Но если со мной, то тогда мы переходим к следующей тяжелой песне «Море дождей», поэтому я милости прошу к нашему шалашу поближе подходите. Поэтому будем погружаться вместе. Еще раз спасибо, Питер! Я не смеюсь, я плачу.
может дождь. Как вернуться из этих теней? Я создан, вы схвачен. Выборит дождь. Выборит дождь. Спасибо, 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 Санкт-Петербург. Вначале перед концертом я сказал то, что вас будет ждать небольшой сюрприз. Мы ранее никогда не исполняли кавера, но есть одна группа, которая называется «Моно». Есть такие люди, которые знают эту группу? Так вот, сейчас мы для вас сыграем песню «Сайкл». Мы тоже, кстати, с вашей поддержкой. Кстати, у нас еще другой сюрприз появился. У нас теперь есть мерч, так что вы можете после этой песни подойти и приобрести футболочку. И можете с нами поговорить, нам очень будет приятно с вами пообщаться, а то в Липецке скучно в этом плане. Thank you.
Спасибо, Санкт-Петербург. Перед вами была группа «Левитан» из города Липецк. Спасибо, вы лучшие. Спасибо. С днем космонавтики вас! Ну и с весной, наконец-то, солнце у вас появилось. Какое чудо! К сожалению, не сможем, надо двигаться дальше. Сейчас выйдет скоро группа «Platonic Dive», и я думаю, тоже не заслужит аплодисментов. Еще раз напомню, тех, кто хочет приобрести футболки и поговорить с липецкими парнями, подходите, мы будем рады. Спасибо еще раз.